Я, конечно, ждал этот день. Я воспринимал его как праздник, как свой день рождения. Я рад, что этот праздник закончился, потому что мне было реально тяжело. Хотелось бы, чтобы было легче. Я тоже представлял этот день, как это будет, ну, весело. И тяжело тоже представлял. В принципе, мои опасения сбылись. Мне понравилось, что ребята все пришли, как мне показалось, с удовольствием. Многие там напутствовали меня, желали там успеха, показать хорошую борьбу, чтобы были адекватные партнеры. Пришли ребята, с которыми я тренировался, которые там уже тренируются у меня. И было приятно, что они посмотрят на меня, посмотрят на мои страдания, где-то мне подбодрят, посочувствуют, ну и где-то усугубят. Вот этот отрезок с синего пояса был довольно, ну, неровный у меня. Я тренировался с перерывами, было время, когда я вообще не выступал практически. Сейчас я надеюсь это исправить и надеюсь, что будет более продуманный план, тренировочный план, и удастся технически прогрессировать.